Я маркетолог компании «Стройбилдинг», занимаюсь ремонтом и строительством малоэтажных домов. Вот, решили попробовать видеорекламу. Обратились в рекламный вестник. Вот, за 2 месяца мы потратили на рекламу 4000 рублей и получили чистый доход 25 тысяч. Довольно неплохо для тестового режима. Вот сейчас продлили еще рекламу на полгода. Ждем результатов. Всем советую.